никого не слушай. Есть книга «Не перемен». И пусты у нее форзацы, а строй священ. И ты пишешь ее сама, за строкой строка. И ведет тебя праведная рука. Да не сбудется то, что не притянуть. Отпадает вторичное, в том и суть. Прошлогодние лица и мишура, непрерывная боль поперек ребра, недосказанность слов, хаотичность фраз. Отпусти на раз. Завяжи о прожитом узелок. У любого события есть итог. Утечет ручей, прорастет трава, новая глава. Не боли у имени, не боли у линии, не боли у логоса, отпроси у космоса. Нет границы у тех, кто сломил черту, кто прошил сиянием темноту, кто не смог взаймы или на размен. У кого есть книга «Не перемен»?